Всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых» работает на будущее нашей страны. Оно объединяет талантливых и неравнодушных людей. В нашем районе созданы все условия, чтобы молодые славянцы, действуя в рамках движения, смогли найти единомышленников и вместе добиться успеха. Первичное отделение российского «Движения первых» открыто в Центре дополнительного образования «Славянска» на Кубани. Торжественная церемония началась с того, что славянские юноармейцы внесли государственные флаги России и Краснодарского края. Перед собравшимися выступили участники образцового художественного коллектива студии «Звонкие голоса». Всесторонняя поддержка новому движению первых оказывается на Кубани и в нашем районе. Это помогает активным ребятам объединяться для достижения высоких жизненных целей. Для учащихся очень важно быть полезными своей стране. Движение первых, оно объединяет детей и молодежь абсолютно со всех уголков нашей большой, великой страны. Движение первых – это такой проект, который позволяет исполнять мечты, все ваши мечты, которые вы задумали. Вы, вступая в движение первых, найдете здесь много новых друзей, найдете себе какое-то дело по душе, профессию, которой вы захотите заниматься. И, конечно, вы будете развиваться во всех этих направлениях. В числе целей участников движения – быть с Россией, быть вместе, быть в движении, быть первыми. Словом, именно за ними будущее края и страны. Директор Центра дополнительного образования Славянска на Кубани Елена Слюсарева приветствовала обучающихся, вступающих во Всероссийское движение первых. У них есть отличные перспективы. Движение первых – это прекрасная возможность для вас, ребята, открывающая массу перспектив. Участвуйте в интересных творческих проектах, проявляйте свои таланты. Ну а ценности этого всероссийского движения, которое поддержал наш президент, они всем просты и понятны. Это простые человеческие качества, которые нужно в себе развивать. Это чувство дружбы, это чувство коллектива, это нравственные, духовные ценности, которые важны для каждого человека. Я хочу вам пожелать, ребята, чтобы вы, вступая в ряды этой организации, всегда верили в мечту, исполняли свою мечту и всегда были первыми. Затем учащиеся, вступая в ряды движения первых, произнесли торжественное обещание. Ребята хотят быть первооткрывателями мира и готовы изменить его к лучшему. Они очень рады, что есть возможность быть вместе и всегда идти вперед. Я очень рад тому, что у нас в Центре дополнительного образования открыли первичное отделение движения первых, так как это позволит развиваться в еще большем количестве разных направлений, так как многие конкурсы и мероприятия проходят под их чутким руководством. Очень приятно нашему коллективу, что нас пригласили участвовать, быть участниками движения первых. Мы очень рады присутствовать на этом торжестве и прославлять Отечество. Ребята чувствуют себя настоящими пионерами, идущими в первых рядах, и хотят быть лучшими в учебе и творчестве, в подготовке к защите Родины. И, конечно, все у них должно получиться. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».